Привет, друзья! Ну что, начинаем готовить? Снова с вами Станислав на канале Шоу Стригун. Сегодня готовлю очень вкусный ужин. И делюсь, конечно же, с вами. Начинаем готовить. Поехали. Вот такие у меня сегодня красивые бедра. 6 штук. Отправляем их сразу в миску. Сначала их замаринуем. А потом начинаем готовить. Бедра, конечно же, нужно изначально помыть, почистить. Добавляю из специй сладкую паприку молотую, смесь перцев добавляю, свежемолотых, пару щепоток соли добавляю по своему вкусу, вы смотрите по своему. Чуть-чуть добавлю тимьяна сухого и буквально столовую ложку подсолнечного масла. И хорошенечко массируем каждый кусочек. В идеале лучше накрыть пищевой пленкой и оставить промариноваться хотя бы на 1 час. Но если такого времени лишнего нет, можно хотя бы минут 5 все-таки дать промариноваться, чтобы мясо впитало в себя все специи. И тогда оно будет более ароматное, более вкуснее. Пока маринуется мясо, я подготовлю остальные ингредиенты. Нам понадобится один лук, нарезаю кубиком, не очень мелко. Также беру пару зубчиков чеснока, раздавливаю и нарезаем. Отправил сковородку на плиту. Добавляю подсолнечного масла, небольшое количество. Мясо нужно будет обжарить с двух сторон, примерно по 6-7 минут с каждой стороны. Чтобы ускорить сам момент обжарки, я взял две сковороды и, конечно, жарю в двух сковородках. Если у вас есть одна большая сковородка, можно поместить в одну сковородку и, конечно, жарить. Мясо снял в сторону и прямо в это же масло отправляем жарить лук и чеснок. Лук обжариваю минуты 1,5-2 и отправлю морковку. Отправляем морковку. Морковка у меня мороженая, я делаю такие зимние заготовочки, помещаю в морозилку, потом достаю и готовлю. Все вместе обжариваем минуты 4. Этого будет достаточно. Отправляю стакан риса и обжариваю 2 минуты. И добавляю куриный бульон. В моем случае это примерно 3 половника бульона. Также добавляю примерно 2 столовые ложки сметаны. Пробуйте на вкус. Если вы добавили вместо бульона воду, то обязательно нужно присолить. У меня в бульоне уже всего хватает. Я единственное сейчас попробую. Может быть, добавлю чуть-чуть соли. В остальном специй больше не добавляю никаких. Назад возвращаем в сковородку нашу курицу. Все, оставляем томить на минут 20-30, в зависимости какой вы рис поставили. Ну и в общем все, наше блюдо будет готово. В конце можно присыпать зеленью и все. Сверху накрываем крышкой. Спустя 20 минут. Вот такой вот получился рис. Рассыпчатый, очень ароматный. Друзья, вроде простое блюдо, просто готовится, но очень аппетитное, вкусное. Так что готовьте, не пожалеете.
Ну что, друзья, пробуем. Очень люблю такую вот простую еду, но очень вкусно, друзья. Бедра получились сочные. Шикарно. Ужин удался, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Конечно же, ждем новый выпуск, друзья. Я стараюсь чаще выкладывать интересные, простые блюда. Всем пока.